Итак, друзья, очередная новость. Яндекс.Музыка пришла на телевизоры, но не для всех. Друзья, ну, я скажу честно, Яндекс.Музыка у меня вот только что обновил приложение Кинопоиск на моем Smart TV 2016 года, Samsung UE49K5550AU, и, соответственно, там появилась действительно Яндекс.Музыка. И здесь в этой статье так и говорится, что, допустим, на моделях LG, начиная с 2014 года выпуска и выше, а Samsung с 2016 года, вот что на мне и произошло. И выше или ниже модели с Android TV. А, значит, с Android TV Mi Box S уже давным-давно получил вот эту Яндекс.Музыку, почему так не знаю, модель 2015 года и PlayStation 4 получит обновление позднее. На телевизорах LG, Samsung, на приставке PlayStation 4 новые функции появятся автоматически, а приложение на Android TV необходимо обновить до свежей версии. Друзья, что ж, у нас приложение Кинопоиск HD становится просто мультиплатформой. Там можно теперь слушать музыку, там можно смотреть фильмы и сериалы, можно смотреть матчи, спорт. И все это в одном месте, друзья. Вот, собственно, и все. Вот такая вот новость. Ссылка на данную статью будет в описании. Ну, а вам, Игорь, всего доброго. Всем пока. До свидания.